Каждый год от пионерских отрядов направляется лучший пионер в сельское хозяйство для помощи партии в сборке урожая. О, как скоро на работу пожалуй. Ну что, переодевайся, сейчас мы тебе все покажем. Вот тут у нас техника сельскохозяйственная, вот там сборка урожая, а вот здесь мы скот пасем. Да ты не робей, вон иди мужикам помоги трактор починить. О, вот и помощник пришел, бери инструменты за работу. Ёкарный бабай, тебе только бабскую работу грязь, пошел отсюда! О, молодчик пришел, помоги коробку подоить. Ой, ужас, с животным так аккуратно надо. Эх, иди овец паси. Блин, что-то не везет. Корову поранил, овцы разбежались, трактор сломал. Все ненавидят. Ты чего так запереживал-то? Я думаю, с первого раза все получилось. Да у меня пока уж твоего было. Знаешь, как у нас говорят? Терпение труд, все не труд. И ровно через месяц пионер стал лучшим ударником хозяйственного труда.